Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Этот от кастета, этот от бутылки, этот ножевой, этот огнестрельный, тот криво зашитый на моем затылке, пропущенный штрафной в бейсбольной партии на стрелке. Бьют поверх татухи, их пытаясь спрятать. Я же на пока свои ношу, они мне не мешают. В зеркало смотрю и понимаю, точно человек с такой заточкой уважения внушает. Ведь если разобрать по сути и подспутно, мои дела преступны и подсудны. Ты то прессуешь, что тебя прессуют. Знаешь, рамы кожный мой покров не раз исполосуют. Но уж лучше так, чем скуля дрожать перед тем, кто угрожал. Их шлю лицо к такой-то матери. На этом пути, братан, боли не избежать. Только вот страдать из-за нее совсем не обязательно. Вывозили в лес, наступала ночь. Все тебе пиздец, на запястьях скотч. Меж родных берез под косым дождем. Где-то, где-то, где-то там тебя родная мама ждет. Вывозили в лес, наступала ночь. Все тебе пиздец, на запястьях скотч. Меж родных берез под косым дождем. Где-то, где-то, где-то там тебя сырая яма ждет. Этот заработал, когда в драку перешла попойка. Эти от того, что сам себя покоцал мойкой. Этот со времен боев за кооператив гаражный. Да и отмороженный, хоть и зон не размораживал. Как этот заработал, в душе не ебу. Часто мы тогда от смерти находились в одном шаге. А этот красный глубокий у меня на лбу. Это не шрам, это след от шапки. За мой талант преступный бал не ставит в аттестаты. Трех собак на этом съел, как старый арестант. Но как бы ни был, ты со всех сторон прохаванный пиздат. Однажды тут всему приходит пресловутая пизда. И кто-то предпочтет от жопы проебать ключи. Но как по мне, лучше уйти в Альгалу самому. Пусть шрамы это украшение мужчины. Настоящему мужчине украшение ни к чему. Вывозили в лес, наступала ночь. Все тебе пиздец, на запястьях скотч. Меж родных берез под косым дождем. Где-то, где-то, где-то там тебя родная мама ждет. Вывозили в лес, наступала ночь. Все тебе пиздец, на запястьях скотч. Меж родных берез под косым дождем. Где-то, где-то, где-то там тебя сырая яма ждет. Ой, очень красивый бит. Я прям подумала, думаю, может быть, это, ну, переделано чуть-чуть аранжировку, но за основу взят какой-то именно, ну, может быть, мелодия какого-то современного классика или неоклассика. Ну, в общем, не знаю. Но очень красиво, конечно, прям такая очень проникновенная, да? Ну, мне, для меня проникновенно, сразу цепляющая мелодия. Если бы я где-то услышала, я бы очень хотела себе, допустим, в плейлист именно отдельно вот эту мелодию добавить. Вот. Ну, такой, слушайте, прям особенно фраза, да, настоящему мужчине шрамы ни к чему, или украшение, что-то такое, да, шрамы в виде украшения ни к чему, прям, да, такой прям какое-то чувство, вот несмотря на такую, это, знаете, если попробовать как картинкой, да, вот нарисовать или воспринять это, и неспроста, мне кажется, ну, не то, что, ну, дорисовать картинку, которая, допустим, мне идет от прослушивания этого трека. И это вот мелодия, вот этот мотив, не мотив, ну, в общем, вы поняли, да? Мелодия основная. Неспроста, потому что, ну, грубо говоря, здесь рисуется образ вот прям настоящего мужчины такого. Ну, как, это не одноликий какой-то персонаж, а это вот, ну, про внутреннее, наверное, большее строение. То есть здесь не берутся какие-то внешние качества, нос такого размера, глаза такие-то, нет. То есть про качество, про составляющие именно, ну, там, характера, да, какого-то стержня, и вот прям настоящего. С учетом не только того, что он, из того, что он состоит, а как он бы себя
вел в тех или иных ситуациях, решал бы проблемы, не решал, да, там сразу скочи в лес, да, или нет, скажем так. Вот. Но при этом мягкость, вот эта мелодия, мне кажется, она как раз здесь и символизирует и делает акцент на то, что там вот это составляющий настоящего, да, образа настоящего мужчины, он в том числе качества не исключая, должны точнее быть качества, как, такие как там нежность, мягкость, ну, покладистость не сюда. Ну, в общем, вы поняли, да? Что не только как ремень суровый, там вообще не подступись, слова не скажешь, а вот очень такой многогранный.